Здравствуйте, вы набрали код 812. Сегодня 9 января. В этот день, в 1914 году, был открыт кинотеатр «Пикадилли», первый в России по удобству и роскоши отделки. Афиши сообщали, что Большой театр световых картин «Пикадилли» показывает беспрерывно монопольный единственный экземпляр фильма «Бездна женской души». Снимать верхнее платье не обязательно. Новейшая проекционная аппаратура, удобные места для зрителей, большой экран, часто меняющийся репертуар, состоящий из новинок российской кинематографии и зарубежных картин, быстро сделали этот кинотеатр любимым местом посещения столичных зрителей. Частым зрителем кинотеатра «Пикадилли» был Владимир Набоков, о чем он писал в своем автобиографическом романе «Другие берега», а в эпоху великого немого здесь топером работал Дмитрий Шостакович. В 1932 году, в дни празднования 15-летия октября, кинотеатр получает название «Аврора» и в том же году становится звуковым.